смотрите, у нас снова зима, я еду с работы, вышла, утром не было никакого снега, солнце прекрасно, ясно светило, прекрасная была погода, и вот на тебе, снова нас заметает. Посмотрела по прогнозу, значит, снега будет практически 100%. 100% нас накроет снова. Вот так, радовалась. Рановатенько я радовалась хорошей погоде и приходу весны. Ну, посмотрим через сутки, вернее завтра, я вам покажу, что и как у нас. Зашла в магазин за хлебом, увидела по скидке, кукурузка продается. Лилуша тоже любит кукурузку, думаю, и нам с Лилу по качанчику сделала. Виноград мой любимый, катон называется, кэнди катон, обалденный. Вот я вам говорила уже, он мне напоминает наш виноград, который рос у нас во дворе, который щипает за язык. Вот, обожаю этот виноград. В общем, взяла. Дорогой, конечно. Наверное, этот пакет будет стоить долларов 11-12, не знаю. Но взяла, хочется вот такого именно винограда. Взяла коктейль, вот такой соус под креветки. Дэл тоже любит. Креветок у нас достаточно много я закупила. Вот. Но эти креветки идут без соуса. Вот, когда я покупала креветки в комплекте, то вот идет такой соусик. Я думаю, надо взять, чтобы он был. Что если захочется, раз отварить. И с соусиком. Любимый салатик крабовый. Обожаю. С крабовых палочек. $5. Что не взять. Так, и что я вам хотела сказать. Смотрите. Взяла нам с Дейлу по свиному стейку. Сделаю на гриль-сковородке. 4,45, да? И Лерой кости. Вот, биф. Говядина. $6. Две кости. Вот, смотрите, да? То есть, человеческая еда и собачья. Какие-то кости. Несчастные кости, чтобы он грыз, чистил себе зубы, развивал мышечную массу пасти. Вот, нужно ему эти кости. Ну, вот, беру. Ну, сам факт, да, девочки? Ой, да, собачья еда прилично стоит, что вам хочу сказать. И вообще содержание животных дорого стоит. Прививки, стрижки. Это хорошо, что Лерой еще короткошерстный. А как Купер был у меня, это вообще куча шампуней всяких, я вам показывала. Кондиционеров, расчесок, фен я Куперу покупала. Кто не знает, у меня был померианец шпиц. Купер. Вот. И мой бедный песик попал под машину. Да. И так на него, я хочу вам сказать, ого-го, какие были затраты. Я купила ему фен специальный для сушки животных. Не человеческий фен, а специальный. Ножницы. Стричь мордочку, ушки, лапки подстригать. Делать гриву. Ножницы для когтей, расчески, щетки. Ой, девочки. Парфюм специальный был. Потом увлажнитель шерсти с маслами, чтобы шерсть не закудлачивалась. Да, с Лероем тоже было куча дел. С Лероем, с Купером. А с Лерочком немножко попроще. Но все равно, вы видите, и питание, сколько я ему закупаю еды. Натуральное у него питание.
Также он любит еще вот эту закуску куриную. Тоже я вам говорила, $25 пакет стоит. Прилично, прилично. Хочу с ним вот следующий будет визит к ветеринару. Хочу сделать запись, чтобы они взяли анализ крови и проверили. Мне что-то не нравится, почему он чухается. Вот чухается, есть у него. Хотя и купается. И периодически я ему ставлю эту медицину от всяких вот этих мелких насекомых. Вот, но не знаю, почему у него вот такая вот привычка, да, вот. Ну, не знаю, не привычка, конечно, а почему вот он чухается. Мне это не нравится. И как она мне объясняла, где-то мы были полгода назад, вот с этой проблемой я озвучивала. Она говорит, может быть, у него аллергия на какую-то пищу. А чтобы проверить, какая аллергия, значит, нужно кормить его одной пищей и смотреть на его поведение. Вот таким образом можно выявить. Не знаю. Ой. Так что вот так, да, $6. Стоят две косточки. Так, что я ищу? Мне надо вот капли для глаз. Вот, девочки. Что еще хотела сказать? Были у врача с Дейлом. Значит, у него закончились капли, которые были по рецепту. Я говорю, обновите рецепт. Он типа, зайдите в любой типа супермаркет, в аптеку и купите ему капли. Обычные капли от покраснения. Не знаю. Вот сейчас возьму какие-то. Сейчас посмотрю. Возьму. И что еще? Значит, у врача, да, я озвучила тот момент, что у него сухость в ушах. Я говорю, что это такое? Может быть, применять fish oil? Или же кушать побольше рыбу, лосось. Он, нет, вы знаете, что ему нельзя вообще лосось кушать. Представляете, я в шоке. Что типа у него может повыситься давление от употребления лосося. Это вообще что-то было для меня такая информация. Не знаю, какая-то нереальная. Да. Так, ладно, девочки, мальчики, буду смотреть капли. И мне нужно иногда капли тоже, глаза устают и за ночь не отдыхают. Я просыпаюсь тоже с красными глазами, как вампир. Готовлю фахита. Мяско порезала соломкой, болгарский перец, морковочка и лук. И заправила, где моя заправка? И заправила вот такой смесью. Сейчас я буду готовить тортилью. Вот у меня вот такие вот лавашики. Заворачивать трубочку. Вот так выглядит порция. Немножко наложила со сметаной. И теперь нужно закрутить в трубочку и есть. Чтобы закрутить, мне нужно две руки. И вот так выглядит. Закрутила в трубочку. И теперь можно есть. Всем рекомендую, кто еще не знаком с этим мексиканским блюдом. Фахитас. Подается на маленькой чугунной сковородочке порционно, если хотите подавать. И отдельно лавашек. Отдельно соусничка со сметаной. И все это человек формирует сам себе. Закручивает, добавляет сметану и так далее. Куда я еду такой поздний час? А я еду в аэропорт. Увидите, кого я буду встречать. Акт!
Кто это к нам приехал? Кто в переводчике живет? Машенька приехала навестить бабушку. Тетю. Тетю Мотю. Окей, выгружаемся. Ответу. Как? Так, мои девочки в гостях. Давай. Ить. Мы угадываем рисунки людей. Скажите привет всем. Привет, люди. Ниндзя, have a salmon on the top, and we talk to like that. Oh, какая красота! We have ready? Yeah. Thank you. Ой, смотрите, какая красота! Просто прелесть. Это Лиля говорила. Это нас Машенька угощает. Маша. Так, Златочка, Даня и я. Не знаю, что с супом. Так, подожди, я хочу суп. Это всегда съедаем, никогда не делаем. Цветочек. Сверху. Имбирь? Да. Ну, да и сказать. Sorry, I forgot put in there and wasabi. And wasabi. The wasabi? Yeah. Is that the green? Молодец, как все нам активно говорить. Да, говорю, give me imbirь. Что-что? Give me imbirь, Засыпает нас снежком. Но завтра на утро будет, наверное, по колено снега. Вот так.